В городе продолжается работа по замене старых киосков нестационарных торговых объектов на новый. В настоящее время к вам обратился с инициативой департамент СМИ и рекламы для того, чтобы заменить два киоска, старые типы на новые, по адресу проспект Андропова, 27 и улица Новинки, 31. Ну, уточнение адреса здесь носит чисто формальный характер, просто по написанию, скажем так. Место размещения остается неизменным. И, соответственно, так как объект новый, необходимо в схему размещения внести его с изменением площади, то есть изменить внесенную площадь с 9 квадратных метров до 10 квадратных метров. На проспекте Андропова, 27, стоит рядом еще киоск «Мороженое», его вы уже рассматривали, уже согласовали, соответственно, к нему рядом встает киоск «Печать» такого же образца. Чтобы у нас не было на ярмарке, да? Красиво в одном формате. Скорее, есть вопрос? Жаридовая процедура за последнее собрание. 8 возражений нету. Предлагаю в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы 11 июля 2012 года номер 39, постановление правительства Москвы 5 февраля 2011 года номер 26 ПФ, рассмотрев обращение первого заместителя руководителя департамента СМИ рекламы города Москвы Казаковой, Совет депутатов решил согласовать проект изменения схемы размещения дома на территории района, частью уточнения места размещения ТО, изменения площади его размещения в соответствии с приложением. Направить настоящее решение.